Впервые на Соборной площади военный оркестр Главного управления войск Национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю. Начальник оркестра майор Евгений Сонин. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик. Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что ни на есть на земле. И косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Выступление росгвардейцев наполнено казачьими мотивами, песнями, экипировкой, элементами обмундирования. Только что мы видели бланкировку шашками, ну а сейчас кавалерийский настрой поддерживает музыкальная тема из любимой многими кинокартины «Неуловимые мстители». Знает, кого выбирает. Эскадрон по коням, да забыли про меня. Им осталась воля, да казачья доля. Где досталась пыльная, горючая земля. Братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, эх, любо, братцы, жить. С нашим атаманом любо голову сложить. We'll be right back.
Спасибо музыкантам за казачью удаль, кубанское раздолье и любимые мелодии. Люба, братцы, Люба! Люба!